Всем добрый день, дорогие друзья! У нас сегодня будет распаковка ко дню Светиного дня рождения. Она себе заказывала с Василька много-много разных красивых костюмов. Если интересно, оставайтесь с нами. Тут у меня дурочка-кошка скачет, поэтому если вдруг она в кадре появится, ну извините. Вот такой вот Василек пришел. Сейчас мы с вами будем его распаковывать. Посмотрим, что уже тут. Светик тоже здесь сидит. Она сама выбирала все, что ей надо. И заказывали мы. О, первое сразу, что я вижу, толстовка женская. Сухая роза называется. 42 размера. Вот такой расцветки интересный. И вот такая вот она, ребята. И капюшон. Она толстая. Внутри вот с таким начесом. Вот в целом вот такой вот толстовка вот такая вот. Спереди есть карманы. Но Света сегодня все примерит, да, Светик? И все покажет. Ну, мне нравится. Она такая теплая, толстая. Надо мне, кстати, такой же заказать. Мне нравится. Только расцветку другую. Дальше. Это что? Джоггинс? Шорты. Это шорты, ребята. Шорты 40. Я даже не знаю, что она там заказывала. Я не смотрела, она заказала, я сделала заказ, выбрала. Вот такие вот, ребята, шорты. Классные. Они такие прочные, хорошие, с карманами. Карманы есть. На резиночке. Они какой размер? 44 размер. Там просто не было, да, меньше? Поэтому Света взяла в 44 размере. Ну, померяет, и мы тоже скажем, как и что. Дальше. Брюки женские, черные. Сейчас такие очень много заказывают. Брюки я смотрела, мы заказали тоже их. В надежде, что она будет ко школе в них ходить. В школу. Но это 44 размер. Вот такие вот. Они клеш внизу идут. Вот так вот. Видите? Обычные черные. Спереди есть два карманчика. Ну, мы сегодня Светик все примерит. И также есть поясочек завязываться. Вот такие вот в целом брючки. Брючки хорошенькие. Она померяет, и мы посмотрим, как и что будет. Дальше. Костюм женский. Оверсайз 42 размера. Прямо смотри, написано оверсайз. 42 размера. Посмотрим, какой она костюм выбрала тут себе. Я не знаю, не смотрю. А, это шорты с футболкой, наверное, да? Вот такая вот футболка оверсайз. Приношу извинения. Тут позвонили по поводу заказа. Так, короче говоря, футболка оверсайз. К футболке идут шорты. Вот такие вот. Шорты с карманчиками. Коротенькие. Но Светик у нас сегодня все, еще раз повторяю, примерит. И мы посмотрим. Дальше. Платье-футболка Molly Express. 42 размер. Это ты выбирала? Что я не помню такое. А, все, поняла. Вот такое вот платье-футболка. Идет с поясочком, ребят. Поясочек здесь тоже идет. Тут петельки даже есть. Классно. Как я тогда хотела на халате петельки, но их не было. На платье у Светы есть. Но сегодня Света все обязательно померит. Вот такой вот расцветки. Овер Экспресс. 42 размер. Обязательно Светик сегодня померит. Но по качеству мне очень, ребят, нравится. Плотная ткань. Дальше смотрим. Это что, экспресс шоттер сумка. Это сумка. Света себе выбирала какую? Обычную белую. Сейчас такие сумки в моде. Поэтому Света себе заказала просто обычную белую сумку. Вот такая вот. Спереди тут два кармана. Можно что-нибудь положить. Внутри карманов нет. Ну, вот такая вот сумочка. Классная. Дальше, что я вижу. Такой, это, наверное, не Светина. Тут Маша, хоть. Так, вот это вот. Смотрим. 42 размер. Туника. Смотрим.
Это ты выбирала? А, это я выбирала которую. Это я выбирала, мне она понравилась, но Света у нас такое не любит. Но я говорю, Свет, давай попробуем, закажем. Она говорит, ну давай, мама. Вот такая вот туника, дома ходить или где-то во дворе вот так вот. Очень хорошая туничка с надписью. Мне она понравилась. И это к телу приятно, вот в целом. Сегодня Света будет у нас моделью работать. Так, футболка женская, Мегаполис черная, 42 размер. Тоже, по-моему, я выбирала. Потому что Света такое, что это. Вот такая вот футболка, обычная. Небольшая надпись. И все. Сейчас померяет она. И тут дальше идут два костюма. Я заказывала один Кате, другой Маше. Маше вот этот. Вот, или Катя, они там уже сами разберутся, кому какой костюм, короче говоря. Ну, факт то, что еще им два костюма на 140 ростовка. Взяла разные, для того, чтобы они не путались. Вот такая вот футболка, попкорн, скорее всего, Катьке такую, а Машке светлую. И вот такие вот штаны, но штаны, мне кажется, короткие. Ну, померяют. И вторая футболка, костюм, то есть второй домашний. Этот вот Машки с шортами. Маша у нас любит шортами. Вот такая вот красавица с пироженками. И вот такие вот шортики. Все, дорогие друзья, вот такой вот был в целом у меня заказ. Сейчас ждите примерка. Будет примерка от Светланы. Если интересно, оставайтесь с нами. Напомню, на Васильке очень большой выбор. Можно подобрать даже кашколи. Вот как вы видели, мы часть кашколи заказали. Можно выбрать для дома, можно постельное, для кухни. Все, что угодно вы можете там заказать. Проходите по ссылочке в описании и заказывайте. Всем желаю приятных покупок. Ну а сейчас переходим к перемерке. Так, дорогие друзья, тут сразу две вещи. Первая, футболка. Футболка с надписью. Тебе нравится то, что ты хотела оверсайз? Угу. Руки в сторону немножко сделай, вот так вот. Вот такая. Поверни спинкой. Спинки все просто. Поворачивайся. Дальше приподними немножко. Брюки. Брюки вообще идеально сели. Ну, длина немножко, да, мне кажется? Угу. Длину немножко надо вот подкоротить. Мы зададим куда-нибудь или посмотрим. И вот так вот в целом. Они тебе нравятся? Да. Ну, вот они хорошо, свободно. Сейчас мода такие. Повернись попой. Вот так вот. На попе смотрится. Карманы, ну-ка, покажи. Вот карманы, в принципе, глубокие. Ну, все, следующее меряем. Так, следующая примерка. Футболку вы уже видели, шорты. Как тебе, Света, они можешь описать? Нормально? Нравятся они тебе? Свободно, да? Как сейчас, по идее, сейчас так носят. Видите, вот такие вот шорты они. Карманы есть тут? Да, карманы. Повернись попой. Попе тоже, в принципе, нормально все смотрится. Все, следующая примерка. Следующая примерка – это костюм. Оверсайз, да, по-моему? Вот такую вот футболка. В сторону сделай руки немножко. Вот так вот. Это она заказала день на физкультуру, где просто так, да, ходить. Шорты. Шорты, вот такая завышенная талия. Карманы есть? Да, есть карманы. Тут вот какая-то, кстати, надпись небольшая такая. Поворачивайся, отпускай футболку. Ну, вот, в принципе, вот так вот. Тебе самой нравится? Да. Все. Так, дорогие друзья, одела Света худи. Тебе самой она нравится? Мне кажется, она большая. Нет? Это сейчас так все носят. Ну, вот такая вот худи. Капюшон можешь одеть на голову? И вот так вот капюшон. Можно еще укоротить, да, эти шнурочки есть. Карманы покажи как. Ну, сейчас, ребят, мода такая. Я, конечно, такую моду не понимаю. Ну, поворачивайся. И сзади вот так вот она смотрится. Ну, тут капюшон, конечно, поправлять надо будет. Но, в принципе, худи такой неплохой. Оно теплое, да, классное, мне нравится. Так, туника, мой выбор, который я выбрала. Тебе, Света, она понравилась? Да. Ну вот, а ты, видишь, не хотела ее. Вот такая вот туничка, в принципе, выше коленок, видите, вот оно вот, по идее, выше коленок. Оно самое то, дома ходить, даже куда-то выйти, это будет классно, оно как платье, да? Так, тебе руки свободно, все, нигде ничего не... Поворачивайся спинкой. И вот так вот сзади. Оно даже, ребята, не просвечивает. Вот вообще не просвечивает. Вообще плотная ткань, хорошие надписи такие яркие, цветастые. Они с блестками, видите, вон с блесточками. Вообще классная туника. Я ставлю плюс пятерку за эту тунику. Ладно, следующее меряем.
Так, Маша с куколками. Вот такой вот у нее костюмчик, шортики, футболочка. Тебе, Машенька, сама нравится? Да. Поворачивайся, как она и хотела. Сзади немножко шорты, видите, закругленные. Поворачивайся. Все. Катя выбралась я с попкорном. Вот такой вот костюмчик. Но мне нравится попкорн вот этот вот. И штаны, как у Марии, но штаны коротковаты немного, но в целом, в принципе, ничего так. Штаны. Поворачивайся. Сзади тоже нормально. Поворачивайся. Тебе самой нравится? Чего ты глыбы давишь? Довольно. Ну, дома будешь ходить, а в нем? Все. Так, меряем платье. Оно, конечно, мятое, но это все отгладится, все это. Самое главное, что Свете нравится цвет. И он цвет, слушай, подходит к твоим волосам. Вот потом на видео посмотришь. Вообще прям классно. Карманы, покажи карманы. Карманы есть. Длина чуть выше колен. Не сильно такая. Поясочек есть. Ну, это она сильно завязалась. Она потом посмотрит в Ютубе, как завязывать красиво пояс. Дальше. Поворачивайся спинкой. Сзади тоже хорошо, ровненько. Поворачивайся. Ручки подними, пожалуйста. Оно вот тут свободно, да? Оверсайз. Тебе самой нравится? Да. Другие цвета хотела бы заказать? Не знаю. Ну, посмотрим потом. Ладно, вот такое вот платье. Что там тебе еще осталось померить? Все. Все? Ну, вот такой вот, ребята, у нас был заказ. Если понравилось, заказывайте. Всем желаем приятных покупок. Всем говорим пока-пока. Так, и вот такая вот, ребята, сумка. Ну, в принципе, показывать ее не стали, но Свете она понравилась. Вот такая вот сумка. Если вам понравилось, заказывайте.